Я сейчас в магазине. Давайте проверим, есть ли тут то, что мне нужно. А мне нужно только молоко. И хочу сделать коктейль с мороженым. Но не с таким мороженым. Вау, тут много мороженого. Можно выбрать. Так, пломбир. Вот я бы такой взяла, но он большой. Я хочу пломбир с шоколадной крошкой. Я не уверена, если такой здесь есть. Так, шоколадный пломбир. Пломбир в стаканчиках. Если тут такого нет, я тогда уйду в другой магазин. Вот, я хочу вот такой пломбир. Ой, как скрипит. Вот, но не в стаканчике. Вот, вот этот пломбир очень вкусный. Но мне тогда надо его доставать из стаканчика. Сколько он стоит? Так, рожок. Кузя, 25 рублей. Так, ну я сейчас посмотрю, если здесь есть молоко. Таня, Тань, здравствуй. А где у вас молоко здесь? Вот прямо. И налево, да? Ага, спасибо. Ура, молоко есть. Хотя я уже давно пытаюсь отойти от молока, перейти на растительное молоко, потому что оно полезнее. Но пока не получается. Так, сегодня у нас 20 мая, да? Смотрим. Ага, вот как раз 20 мая, молоко есть, рожок, Кузя я возьму, все, больше мне ничего не надо.